поэтому... Там чем харпуги. Ну, в общем, немножко иначе работает. Механика простая, есть... Человек должен зарегистрироваться в этом приложении, какой-то, короче, свой профиль создать. И когда ему нужна машина, он указывает время, какое, которое он готов подождать попутчиков, и свой маршрут конечный. В итоге как-то система анализирует все эти точки, прорабатывает маршрут, и ты выбираешь людей, с которыми ты хочешь ехать. Там есть рейтинги, тоже лайки, дизлайки. Вот, водитель недоволен, а все люди, которые едут, довольны. Да. Кого ищешь? Ты дизайнер? А, нет, я не дизайнер, ищу всех, никого нет. Математики. Подорожные, просто есть подорожники, есть как бы другие такси. То есть, в принципе, есть готовые вещи, посмотри на что-то, возможно, даже API есть и что-то соберешь. Не, это классно. Просто очень узкое применение. Это классно. Очень редко, когда люди поменяют. За работу. Оно работает. Работа на работу. Да, но здесь нюанс, что здесь нет сотрудничества с компаниями. Да, подорожники, можешь вот посмотреть. Подорожники.ру, это вот в Киеве делают, я могу с ребятами познакомиться. Ну, окей. Спасибо. Спасибо. Что-то еще?